Вы знаете, я полагаю, что Россия должна не воевать за Украину, а помочь народу Украины обрести свою судьбу. В Украине даже без Крыма 65% граждан русскоязычных, русскокультурных. И хотя не все они пророссийские, как это видно, например, и Тимошенко, и Порошенко, но большинство все-таки пророссийские. Поэтому если в Украине будет демократия и право, тогда на честных свободных выборах всегда победит кандидат, позитивно относящийся к России. Вот такую обстановку и должна Россия создать для Украины. Дать возможность гражданам Украины самим решить свою судьбу. Не исключено, что для этого придется немножко повоевать, поскольку мы видим, что Украина, по сути дела, оккупирована. В ней сформирована мощная пятая колонна ультранационалистов и, по сути дела, неонацистов, которые реализуют политику насильственного подавления русско-культурного большинства Украины.